Послание к Титу, глава 2. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить. Не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сию говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал Тебя». Притча Соломона, глава 13. Мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников – зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Души коварные блуждают в грехах, а праведники сострадают и милуют. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся – мудрость. Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе. А кто боится заповеди, тому воздается. У сына лукавого ничего нет доброго, а у разумного раба дела благоуспешны, и путь его прямой. Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток. Всякий благоразумный действует с знанием, а глупый выставляет на показ глупость. Худой посол попадает в беду, а верный посланник – спасение. Нищета и посрамление отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будет в чести. Желание, исполнившееся, приятно для души, но несносно для глупых уклоняться от зла. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми – развратится. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына,
а кто любит, тот с детства наказывает его. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение. Притча Соломона, глава 14. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. В уста глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их. Где нет валов, там ясли пусты, а много прибыли от силы валов. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знание легко. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Мудрость разумного – знание пути своего. Глупость же безрассудных – заблуждение. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных – благоволение. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой. Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих и добрый от своих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые у ворот праведника. Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Не заблуждаются ли умышляющие зло? Не знают милости и верности делающие зло, но милость и верность у благомыслящих. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Венец мудрых – богатство их, а глупость невежд – глупость и есть. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господен – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Во множестве народа – величие царя, а при малолюдстве народа – беда государю. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его. Чтущий же его благотворит нуждающемуся. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного и среди глупых дает знать о себе. Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его – против того, кто позорит его. Книга Откровения, глава 7. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Из колена Асирова
запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч, из колена Манассиина запечатлено 12 тысяч, из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левиина запечатлено 12 тысяч, из колена Иссахарова запечатлено 12 тысяч, из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и перед Агнцем, в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь!» И, начав речь, один из старцев спросил меня: «Сии облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать. И не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их».